Благословен Бог наш, всегда ныне и пресно, во веки веков. Аминь. Ни капли иронии. Всем привычно освещение дома, машин теперь в этом ряду и байки. Их грозные хозяева рядом далеко не отходят. Всего шестеро байкеров. Зато, говорит организатор мероприятия Василий Дизель, самые стойкие и верные делу. Его мотоклуб с православным уклоном на дорогах уже 30 лет. Но такое мероприятие в Барнауле проводят впервые. Причиной является вера в Бога и в то, что Он будет храните нас на дорогах, и поэтому мы освещаем мотоцикл для того, чтобы Бог нас хранил. Бог благословляет во время освещения наши мотоциклы, и во время езды уже пребывает с нами. Для Ирия Сергия освещение мотоциклов тоже в новинку. Обычно за услугой обращаются автомобилисты, поэтому ради такого новшества священник даже ознакомился с историей байк-движения. Но вне зависимости от вида транспорта, говорит Сергий, на дороге нужно надеяться прежде всего на себя. Бытует среди людей такое мнение, что если священник осветил автомобиль, то, ну, то есть человек как бы не попадет в аварию, ничего с ним не произойдет. На самом деле это неправда, это суеверие. Все зависит от самого человека. Байкеры верят, что освещение мотоциклов станет традицией их движения в Барнауле. И пускай в этот раз их было немного, через год они надеются увидеть здесь гораздо больше соратников. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком.